side to side, then they go side to side. Got a little bit that way, got a little bit my mind. Got a lot I can say, daily my fears are high. Baby, come here my way, been too far from my eyes. Can you believe the way we flow? I can't believe that I thought to control it. I hope you feel this in the morning. До отеля не доехала. Я поехала на автобусе и познакомилась с прикольной девчонкой из Москвы. Мы очень весело доехали до центра. Я вот сразу же у галереи Лафайет, где я хочу посмотреть на витрины Жакмюса. И вот я уже отсюда... Вон они, сейчас сниму! Короче, я пересаживаюсь на следующий. Блин, как красиво, господи! Короче, я решила снять первые эмоции все-таки, потому что все красиво, безумно. Представляете, тут даже симки продают с маленькой Эйфелевой башенкой, которой ты открываешь это отделение для симок в телефоне с наклейками, с картой метро и мини-гидом по Парижу. Это я просто симку купила. Ах, прелесть! Все, я добралась до отеля на последних 9%. Сниму просто, как я спускаюсь по лестнице. Рум-тур не сниму. Мой автобус, который должен был подъехать прямо ко входу в отель. Именно эта остановка у входа в отель почему-то временно закрыта. И он вообще на эту улицу не повернул, проехал мимо. Пришлось идти пешком. А наберем водички или на обратном пути? Ну, на обратном, давай. Машу везде волнует только вода. Короче, очень классный отель. Здесь красиво, короче. Еще с дождем так красиво. Мы случайно проехали одну станцию метро, вышли, а тут нет перехода, ну, чтобы в обратную сторону поехать. Пришлось выйти на улицу и посмотрите, куда мы вышли. Во-первых, очень красивое здание Dior, а во-вторых, здание Louis Vuitton, которое оформлено художницей. Там она должна быть, ну, такая огромная. Вот она. Смотрите. А это очередь, чтобы туда попасть. Беги.
хлебушек был. Да. Мы добрались до парка. So, who goes first? Напряженный момент. Ну давай. Что, надо что-нибудь, да? Хватай. Yeah, nice. Oh. And now right. Yeah, perfect. And try to go up while on the holding it to the right. Держи вправо и иди вверх. Yeah, with the left trigger. Exactly like this. Perfect. And don't let it go. Не отпускай. And with this one, you can come back to the... This? No, this one. Yeah. Exactly. Oh, no! The cup won this. Ты вообще профи, да, походу? Теперь самое сложное. And yeah, perfect. Like this. Ooh. Nice! Ta-da! Okay. Очень красиво. Огромная сумка. Просто для примера, какой красивый, минималистичный бутик Джилл Сандер. И дальше просто бах! Дольче Габбана. Люстра шикарная. И платье, и никого. Ой, у Лаева очень красивый тоже бутик. Конечно, не минималистичный, но очень красивый. Merci, bonjour. Или уже бонсуар. В общем, это Лафайет, огромная Панама. Они открываются периодически. Я как раз комментарий хотел добавить. Ну, такой кайф. И звук даже. Здесь это не просто витрина, здесь еще и звук. Боже, какой кайф. Печенька в чай или в шоколад, не знаю. И это капельки. А капельки с сумочками. Ну и это еще не все. Вот эту витрину я вечером снимала. Это же просто произведение искусства. Это самая минималистичная витрина. Но и это еще не все. По Парижу очень много прачечных. И это прикольно. Там прям как будто вода. А здесь. О, а это отсылка к показу. Блин, все отсвечивает, ничего не видно. Отсылка к нашей свадьбе. Блин, как снять-то не видно ничего. В общем, это лавандовые поля в Провансе. И розовая дорожка посередине, и модели, которые идут. Дорожки. А вон хлебушек. Хлебушек. Жакмюс. Ну какая прелесть. Вы только посмотрите. Раньше этот хлебушек стоял на витрине бутика. Божечки. А вот поп-ап, который... Это женский. Он оформлен в виде огромной сумки. А есть еще мужской, который оформлен как... стиральная машинка. А это мужская. Мужской поп-ап. В виде огромной стиралки.
берем джинджершоты, чтобы не заболеть. Мне просто страшно, мне кажется, он очень жесткий. Я ни разу не пила джинджершот. Очень, да, острый. Блин, а я-то умру. Тиму очень плохо после этого шота. Мне очень страшно. Но болеть не хочется. Я почти весь выпил. Ладно. Хуже. Хотела сказать, хуже не будет, но стало хуже. Специальные для байеров, которые отсматривают коллекции, которые еще не вышли в магазины. Но Тим выглядит так, что нас случайно пустили в один из таких шоу. Мы так краем глаза немножко тут решили подсмотреть. Очень красиво. Нам разрешили здесь походить, а дальше в саму коллекцию нельзя. Мы с тобой. Специи.
пахнет, по крайней мере, какими-то специями. Да, это палочки вот такие романтические. Какой стол. Мы сегодня приехали в центр Помпиду. Так, мы купили себе два билета на целый день. А вот так выглядит гардероб. Очень круто. Книжка про защиту планеты, так, лес и вырубка леса. Climate change. О, а это разделение мусора. Класс. Пришли в музей современного искусства с конца 60-х до наших дней. Здесь тоже очень удобные такие локеры. Закупили все свои сумки. Короче, какова история? Во-первых, мы взяли литр
свежевыжатого апельсинового сока. Позавтракали. Тим меня ведет через какой-то... Вау! Через какой-то парк. Сказал, что я сейчас офигею. И я именно этим и занимаюсь. Очень красиво. Сейчас снимать буду. Блин, хотела рассказать. Что... Ладно, сейчас сниму сначала. Короче, вот такой вот парк. Представляете, ты идешь... Вот таком мосту, по которому прям течет вода. Господи, красиво. Пальмы, уточки. Люблю Париж, вот такие чудесные парки. Здравствуйте. Вам есть что мне предложить? Нет. Сегодня 7 марта, мы забронировали себе жилье в Лионе и планировали поехать в Лион. Жилье во Франции, ой, в Париже у нас закончилось. Короче, подсниму метро, в прошлый раз не сняла. Тут такие билетики. Здесь он выходит, здесь открывается дверь. Та-дам! Такие вот одноразовые билетики. Кто-то говорил, что в Париже вроде отстойное метро, но... Мы вот сколько ездим, ну, понятно, мы ездим по центру, но метро вполне себе приличное. Отличие, что здесь поезда в обе стороны идут посередине. Приходится только вот через верх переходить, но это не везде есть такая функция. Здесь удобные вот такие посередине поручни. Вот здесь видно, куда ты едешь. В общем, мы не купили билеты на поезд. И оказалось, что 7 и 8 марта здесь митинги, или как это называется? Забастовки. Забастовки. Ты веришь, что тебя слышно в метро? Нет. Я потом перезапишу. И поезда не ходят. Онлайн купить билет мы не можем. Поэтому мы едем на вокзал, чтобы узнать, может быть, все-таки какой-то поезд нас довезет в Лион. Потому что бронь жилья в Лионе отменить мы не можем. Одноместные эскалаторы. Это шикарная станция метро просто. Метро. Очень стильно. Еще вот эти сиденья черные. Вывеска. У нас сегодня первый день солнца. Мой приезд. Вообще. Какая красота. Попробуем. Потому что вот эта очередь вся туда. Пахнет просто божественно. Bonjour.
Bonjour. Прикольно. Тоже пошел после солнца. Но все равно сегодня тепло. Ни пour toi, ни pour un autre, ни pour toi.